И вот опять-таки это Моисеенко, это вот мое детство. Представьте себе, у нас во дворе была прачечная, которая топилась дровами. И вот мамы наши, они топили эту прачечную, тем самым была горячая вода. И когда было постирано белье, стирали нас, детей. То есть весь двор загоняли, мальчиков отдельно, девочек отдельно. И вот в этой бане нас, ну как сказать, в этой вот, да, ну это как это прачечная была. И, конечно же, когда эта прачечная была без мам, то это была одна из таких вот способов, то, что называется. Ну, естественно, белье, которое было постирано вот в этой прачечной во дворе, оно потом развешивалось на чердаках. Вот, потому что у нас вот в центральных районах, да, чердаки работали, там висели веревки, и все наше белье висело там и так далее. Поэтому это вот тоже маленький отголосок оттуда. От того, где находится нынче зима, мне ни жарко, ни холодно. Просто никак не сказать, да и некому ласково, ма. Не сходить, чтоб развесить белье на чердак. От того чердака не осталось гвоздя. Только память и та, может, врет, может, нет. Сразу все на меня одного громоздя. Боже мой, это сколько же зим, сколько лет проходными дворами судьбы коротал путь дорогу, а мне все казалось стезя. Из моих трудодней можно строить квартал, из стихов моих что-то построить нельзя. И так долго уже без царя в голове, что в безлуние хочется волком завыть. Я на Ухтинском кланяюсь черной Неве, мне по ней никогда никуда не уплыть.